Последние годы мы с вами прошлись по армянским следам практически уже по всем континентам. Побывали и в странах Африки, побывали и в странах Европы, Азии, Америки, в том числе Северной и Южной. И вот прибыли в нашу 57-ю страну по армянским следам. И мы находимся в данный момент в Великобритании, в ее столице Лондоне. И отсюда я начну свой рассказ об этой стране и армянских следах в этом королевстве. А следы эти также достаточно глубоки. Уинстон Черчилль очень любил армянский коньяк. Ну, это известно, это аксиома. Когда у него спросили о секрете его долголетия, он сказал, что ежедневно выпивает рюмочку армянского коньяка и выкуривает сигару. Говорят, даже Сталин лично распорядился, чтобы ежемесячно Черчиллю поставляли из Советского Союза коробочку армянского коньяка. Ну, уж не знаю, насколько это правда, но во всяком случае есть такая легенда. А может и быть. Кто из нас в юности не зачитывался произведениями Конан Дойла, особенно его историями о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне? Вот я на улице Бейкер-стрит, где жил его персонаж Шерлок Холмс, и здесь даже имеется адрес Бейкер-стрит 221B. Сейчас я вот подойду к этому дому, и он окажется у меня за спиной. Вот этот дом. Кстати говоря, очень хорошо сыграл российский актер Ливанов Шерлока Холмса. И говорят, это даже лучший актер, который из всех сыгранных ролей Шерлока Холмса в мире. Много снимали о нем фильмов, но вот именно Ливанов сыграл лучше всех и бывал даже здесь. Я вам скажу, что хотелось бы, конечно, туда зайти, но это сначала мне хотелось. Теперь мне совсем не хочется бывать в пенатах этого дома. Не потому, что этот дом не имеет отношения к Шерлоку Холмсу, хотя бы потому, что это просто литературный персонаж. Здесь он никогда, естественно, не жил. А дело было так. Давайте немного прогуляемся по Бейкер-стрит, и я вам расскажу. Дело было так. Я же не зря начал с того, что каждый из нас наверняка зачитывался его произведениями Конан Дойла. Также зачитывалась и маленькая Грейс Айдинянс, которая потеряла своих родителей в достаточно юном возрасте. Они были беженцами из Турции, из Константинополя. И она в юном возрасте с родителями оказалась здесь, в Лондоне. Здесь они умерли. И маленькая Грейс оказалась в детском доме. Вот и она зачитывалась романами Конан Дойла, пока находилась в детском доме. И ее была такая, скажем, розовая мечта как-нибудь открыть музей Шерлок Холмс, когда она вырастет. Ее мечта сбылась через много-много лет. В 1990 году открылся вот этот самый музей. Грейс Айдинянс выкупила, как по книге, по адресу литературного этого персонажа, именно этот дом 221B, собрала всякую там коллекцию из мебели викторианского стиля, всякой атрибутики викторианского стиля. Все это собрала и сделала такую атмосферу в этом доме Шерлока Холмса. Ведь Конан Дойл очень четко описал даже как
расставлена мебель, чего любил Шерлок Холмс, этот детектив известный, чего не любил, где у него что было расположено. И точь по книге она все это собрала и создала такую уникальную коллекцию. Вплоть до того, что люди со всего мира стали верить, что здесь действительно жил Шерлок Холмс, этот великий детектив. А некоторые верят, что он до сих пор жив и живет по этому адресу, и пишут сюда письма с просьбой разыскать того или иного человека или раскрыть то или иное преступление. Письма бывают из Китая, из Вьетнама, из Дальнего Востока, из Африки, из разных стран. Это правда. Письма до сих пор приходят. Люди с надеждой на то, что Холмс жив и раскроет это преступление. К сожалению, получился такой армянский междусобойчик. В 2015 году Грейс Айдинянц скончалась уже в глубокой старости. Но скончалась она не от того, что долго болела по каким-то банальным причинам. Нет. Довел ее до смерти ее сын Джон Айдинянц, который захотел завладеть материнским наследием, ее детищем, то, что она открыла в свое время, ее мечту. Этот музей приносил и приносит хорошие достаточно доходы, там продаются сувениры. И когда он завладел наследием матери своей, этот Джон Айдинянц, были суды, от чего Грейс скончалась в 2015 году. Суды, кстати, до сих пор длятся. Теперь он судится со своим младшим братом, Дэвидом Айдинянцем. То есть два брата, мало того, что потеряли мать из-за этого, так еще два брата между собой судятся. В конце концов, сейчас этот музей принадлежит жене, этого самого Джона Айдинянца. Во всяком случае, она там куратор, он там ее помощник. А здание, само здание дома, он продал. Кому бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. Он продал дочери экс-президента Казахстана Назарбаева, Дариге Назарбаевой, то есть этому самому Елбасы. Я не знаю, может быть, после того расследования по счетам Назарбаевых сейчас этот дом уже не принадлежит им, этой Дариге Назарбаевой. Возможно, я не знаю, не вдавался в такие подробности. Но то, что этот Джон Айдинянц, завладев имением своей матери, ее детищем, взял и продал, это действительно было так, дорогие. И сам же остался вместе с женой курировать в этом музее. То есть сам дом принадлежит дорогие, но куратором они с женой являются. Как бы она получается директор, даже его жена. Вот такая грустная история армянского междусобойчика. Поэтому мне, честно говоря, не хочется заходить в пенаты этого музея. Ну, во-первых, потому что вот история такая грустная. Ну и, во-вторых, потому что Шерлок Холмс здесь все-таки никогда не жил. Это такая грустная история маленькой армянской девочки, которая воплотила свою мечту в пенатах этого дома на Бейкер-стрит 221B. Ну вот, как видите, здесь всегда не просыхает эта народная тропа. Всегда есть люди, которые хотят войти, посмотреть на этот дом, на содержимое этого дома, на коллекцию Грейс Айдинянц. В общем, я зашел, узнав о том, что ситуация намного хуже, чем я ожидал. Этот Джон промотал буквально всю коллекцию. Коллекции Грейс уже здесь нет. Остался только музей, а в самом музее всего лишь сувенир на тему Шерлока Холмса. То есть здесь чисто делаются деньги. Это все. Ну, посмотрите вокруг.
Ну что ж, уйду от этого печального места куда подальше. Тем более, есть еще много о чем рассказать. Ну, вот такая вот грустная была история. Ну, и так вы, наверное, помните мои выпуски из Нидерландов, других стран Северной Европы, где я рассказывал, что армянское присутствие в этих странах исходит из глубины и связано с священнослужителями. То же самое произошло и с Великобританией. Армянское присутствие в этой стране тоже связано со священнослужителями. Только одно «но». Скажем, в тех же Нидерландах, где я бывал, в городе Маастрихт, и показал святого этого города, покровителя, где и находится гробница святого Сервация Армянина, который крестил этот город, и он до сих пор там почитается. В Великобритании немножко все наоборот. Здесь своя церковь, англиканская, она никакого отношения не имеет ни к православию, ни к католицизму, она своя. Впрочем, как и у нас почти своя, я имею в виду армяно-апостольская церковь. Но то, что корни армян в этой стране исходят из того же христианства, это факт, и я вам более подробно об этом скажу. Как свидетельствует английский историк Матвей Парижский, в 1250 году в Англию из Армении прибыла группа священников, подвергнувшихся гонениям со стороны монголо-татарских захватчиков. Вот интересные сведения оставляет Антония Грансден из Ноттингемского университета, который пишет о посещении в 1228 году монастырь Сент-Олбанс армянского архиепископа, а в 1252 году целую группу армян. И тем не менее, армяно-английские связи более укоренились, начиная с 14 по 16 века, когда Индия стала британской колонией. Тогда из Индии стало прибывать все больше армян на территорию Объединенного Королевства. Это было связано с купечеством, как правило. Сюда стали завозиться всяческие восточные товары. Я надеюсь, вы смотрели мои репортажи из Индии, из Мьянмы, то есть из тех государств, которые являлись британскими колониями. Я рассказывал, как эти купцы отправлялись оттуда вот уже сюда, в Великобританию. И уже в 1688 году армяне получили право свободных граждан. Была такая грамота, да, для определенных лиц не английской, скажем так, национальности. И вот армяне одни из первых получили в 1688 году такие грамоты. С тех пор армяне стали селиться на территорию острова. Да, но это вовсе не значит, что до них были только церковнослужители, которые через какое-то время уехали. Нет, с 8 века вообще начиналось медленное такое переселение армян в Великобританию. Если вы помните, армянский поэт 8 века Григорис, посетив, значит, Англию, написал стихотворение на армянском языке «Ода Британии». То есть, если получается, что вот начиная уже с 8 века, наши литераторы посвящали этой стране уже свое творчество. Вот как-то так. А в 1835 году в городе Манчестер начала уже формироваться армянская община. В основном за счет армянских купцов уже не Индии, а из Стамбула. Ну, в Манчестер я, скорее всего, вряд ли поеду, но из Лондона я вам расскажу много чего.
На сегодняшний день в Великобритании имеются 4 действующие армянские церкви. 3 из них в Лондоне, 1 в Манчестере. Те 3 в Лондоне, 2 из них, получается, армяно-апостольские, а 1 протестантская, евангелистская армянская церковь. Ну, в Манчестере, конечно же, считается старейшая армянская церковь на территории Великобритании. Она была построена в 19 веке, в 1870 году. Ну и в начале 20 века, когда в Великобританию все больше стало прибывать армян, это уже во времена Первой мировой войны, в Османской империи геноцид армян, и спасшиеся сюда начали съезжаться. Здесь была открыта церковь с помощью тогдашнего известного магната, нефтяного магната Галуста Гюльбенкиана. Вот эта церковь Сурб Саркис. Вот она. Она была им построена в 1920 году. Такая относительно старая церковь начала 20 века. Я могу сейчас ее вам более подробно в деталях показать. И потом я вам покажу другую еще одну интересную церковь армянскую. Все-таки туманный Альбион взял свое. Сегодня пошел дождь. Сейчас здесь в стране время дождей, дело к зиме. Ноябрь как-никак, съемки я провожу в ноябре. Ну вот одна из частей этой церкви. Традиционный дворик вокруг храма. Такой симпатичный. Это получается... А, нет, я думал, это почтовый ящик. Нет. Но все равно симпатичная доска для объявлений. Видно, что она уже такая ветхая. В Англии вообще любят все очень старенькое, очень ветхое. Но и армяне не исключение. Ну, а тут такой вот, получается, центральный вход в храм. Очень интересно, что церковь расположена в таком тихом, уютном местечке. Я имею в виду Сурб Саркис. Такое тихое, уютное местечко, вокруг вот такие вот дома жилые, здесь нет офисов. Ну, я так понимаю, здесь живет такой небедный класс, судя по апартаментам. Ну что ж, пойдем дальше, и я постараюсь найти второй храм Сурб Егишей. Ну вот она, смотрите, на эту армянскую церковь. Прям такой немецкий костел. Сурб Егишей. Посмотрите, чем не немецкий костел. Красиво, да? Сейчас подойдем ближе. Вот посмотрите, я здесь столько раз проходил мимо и даже не умудрился почитать вот эту вот надпись. Вот она. Вот она, надпись. Чуть вверх вам подыму. Вот такая вот церковь ветхостью отдает. Сейчас попробуем сюда войти. Здесь, если я правильно понял, центральный вход. Вроде бы открыто. Да, вроде бы открыто. Здесь хачкары. Этот поновее. Егише Манукян. 1914-1994. Ну да, это поновее хачкар, а вот здесь какой-то старенький уже образец. Это, наверное, хачкар, еще тот хачкар, который был
возможно, даже возведен армянами в начале 20 века, вернее, поставлен здесь. Потому что это старейшая церковь Сургиши. Я, честно говоря, даже не знаю, какая из них старше. Вот та, где мы были, Сарксис, или же Сургиши. Вот такие вот окна. Людей здесь нет. Сегодня понедельник. Я не знаю, есть ли служба. Но во всяком случае храм открыт. Но людей нет. А я так понимаю, еще здесь кто-то живет. Или не живет. Сейчас попробуем заглянуть в окошко. Ну, заглянул в окно, вон там что-то никого я не вижу. Но вы, наверное, тем более не увидели, кроме меня, в отражении. Хотя там, вот я вижу, горит свет за этими витражами. Очень красиво, очень красиво. Необычно, очень необычно, красиво. Если кто-то из вас думает, что это армяно-католическая церковь, это не так. Ну, во всяком случае, не написано, обычно пишут, если это армяно-католическая. А здесь просто, вот вы сами прочитали, армянская церковь Святого Ериша. Вот так бы все. Сейчас посмотрим, попытаемся открыть. Нет, закрыто. Закрыто, закрыто. Увы. Попасть туда не сможем. А хотелось бы посмотреть. Вот я вам еще раз ее покажу. На самом деле-то я ее увидел значительно раньше, чем сюда подошел. Только я ее сначала увидел с торца здания. Я еще так посмотрел, думаю, ну это, наверное, католическая церковь какая-то, или даже англиканская. Оказалось, нет, армянская, пока не обошел. Вот здесь тоже что-то такое интересное, сейчас я вам покажу. Вот видите, какие-то резные такие лица. Опять же, неизвестно, в честь кого эти формы. Вот. Жаль, что никого нет, ни у кого спросить. Что тут вообще происходит? Что это за храм такой странный армянский? Если я чуть позже узнаю, а я точно узнаю, я обязательно вам расскажу еще об этом храме. Вообще здесь в Лондоне имеется много чего интересного. Есть армянский институт, много разных организаций, пресса из 20 изданий на армянском языке. И это при том, что армян в стране чуть более 25 тысяч человек. Вот немного, зато столько имен. Сами посудите. Лорд Арадарзи, хирург и бывший министр здравоохранения Великобритании, или Роберт Истепанян, профессор Кингстонского колледжа, или Энди Серкис, которого вы хорошо знаете по фильмам, сыгравшего роль Голлума во «Властелине колец» и Кинг-Конга в одноименном фильме. Такой достаточно известный актер. Да, и, кстати, если вы думаете, что Арадарзи – это единственный лорд-армянин в истории Великобритании, то это не так. В начале 19 века здесь был еще один лорд – Эдуард Рафаэль Карамян, состоятельный такой бизнесмен из Мадраса. Кстати, его сын Рафаэль Александр Карамян в 1829 году был даже одним из двух шерифов
Лондона. Вообще, несмотря на такую небольшую достаточно цифру армянской общины Великобритании, здесь достаточно имен, которые оставили свой неизгладимый след в этой стране. И в основном это уже потомки спасшихся от геноцида армян, прибывшие сюда в начале 20 века. Ну, например, скажем, Аро Беделян. Это такой здесь в Британии известный архитектор. По его проекту построена станция метро «Виктория», лондонского метро. Ну и проект под Ла-Маншем. Тот самый известный евротуннель под Ла-Маншем. Это тоже дела рук Аро Беделяна. Вот, кстати, за моей спиной та самая церковь, в которую я влюбился, Сурб-Еише. Но это уже задняя часть здания. С обратной стороны вот так вот она выглядит. Ну что, заглянем еще в Британский музей, коль в Лондоне я оказался. Как же без этого? Посмотрим на экспонаты. Ну и главное, хотелось бы увидеть нашу Анаид. Залов здесь очень много. Вот тут мы подходим к Анатолию Урарту. Так, что мы здесь видим? Анатолий Урарту. Смотрим здесь. Вот подлинники в Британском музее из территории Западной Армении, или, как сейчас говорят, Восточная Турция. Кувшины, шлемы, атрибуты, фигурки, пояса. Я так понял, это пояса солдат той эпохи. Некоторые из этих образцов наверняка вы видели на картинках. Вот они вживую. Тут еще один зал. Ну, как вы поняли, залы здесь разделены на регионы. Ну, нас интересует в данный момент только Ближний Восток, Средний Восток. Ой, посмотрите, что я увидел. Вавилонская карта мира. Обратите внимание, какая она малюсенькая. Мне всегда казалось, что она большая. Нет, она малюсенькая. Вот. Здесь расшифровали среди стран немногих того времени. Есть и Армения. Но это вы знаете. Это зал Вавилона уже. Ну, дальше там, я смотрю, Месопотамия. Ну и так далее. Вы знаете, я хотел увидеть богиню Анаид. И мне сказали, что тот зал 21-й нынче закрыт. Но подсказали, что можно войти в 23-й зал и из-за угла попытаться найти Анаид. Может быть, она будет за углом, и можно будет снять. Я сейчас попробую это сделать. Так, это у нас что здесь? Это все Месопотамия. Вот тоже карты. Ну и так далее. Да, вот литература Вавилона. Давайте я сейчас спущусь пока вниз и посмотрю, что там. Вот здесь есть и книжный отдел, где можно купить книжки в Британском музее. Кстати, история карт, исторических карт мира. Давайте откроем.
глянем кое-что. О, азербайджанцы, где вы были, когда была Армения? Гляньте. Карабах, Карабах. Арцах, а не Карабах. Увидели? Давайте еще глянем. Great Maps. Давайте еще глянем. То, что я вам сейчас показывал, маленькая вот она, вавилонская карта. Гляньте, какая страна в этой вавилонской карте присутствует среди немногих тогдашних государств. Вот вам и Карабах. Британский музей, повторяю. В общем-то, привет зомбированным из Абшерона. Вот этот храм, который находился на юго-западе современной уже Турции и напоминающий наш Гарни, британцы спасли и вывезли сюда. Сейчас он находится в Британском музее. Но главное не это. Главное совершенно другое. Вот смотрите, какой вышел облом. Сейчас я вам покажу этот облом. Сейчас, минуточку. Вот здесь находится голова Анаид. И как видите, именно сегодня этот зал закрыт. Я не знаю, что там произошло, что они там делают, но вот сегодня я туда попасть не могу. Этот храм именно закрыт. 23, 22, 21. То есть я даже заглянуть не могу из угла, потому что 21 следует за 22, а 22 за 23. То есть вот этим храмом. Но не повезло как-то. Не повезло. Ну ладно, обойдемся без Анаид. Мы-то своих богов и богинь в лицо знаем. В отличие от некоторых. Ну, вы догадались, в отличие от кого. Ну, в общем, где-то здесь еще должен быть очень древний хачкар, подаренный католикосом всех армян, Вазгеном Первым, британскому музею. Но, как вы понимаете, музей очень большой. Он один из самых крупнейших в мире. Этот хачкар нужно искать и искать. И неизвестно, найду ли я его, учитывая, что вот как получилось с Анаид, как зал туда закрыт. А мне надо уже возвращаться. Так что не обессудьте. Ну вот и ждать долго не пришлось особо. Какая красавица фотографирует у телефонной будки. Ну, в общем, ждать долго особо не пришлось. Я узнал, оказывается, изначально эта церковь была англиканская. Потом почему-то англичане захотели вдруг ее продать. Видимо, нуждались в деньгах. И вот армянский меценат Манукян выкупил эту церковь и обратил ее в армянскую. В принципе, в Европе это традиционно. Европа, она как бы от религии, особенно протестантская Европа, она от религии идет куда подальше. Это их дело, не буду их в этом осуждать или хвалить. А вот, ну и армяне, значит, выкупили и сделали из нее армянскую. К сожалению, мы там тоже не побывали внутри. Очень жаль. Была она закрыта. Не хотят британцы работать. Ну, не хотят, видите как, ленивые. Даже армяне, которые проживают здесь, у них, видимо, образ жизни такой британский. Ну что ж, тогда буду возвращаться. Идет дождь. Надо укрываться от дождя. Вам-то хорошо. Вы сидите на диване и смотрите этот сюжет.
А я под дождем. Хотя, когда выйдет это видео, я думаю, я тоже буду сидеть на диване и смотреть, что там получилось.